Повернись опять налево. Света. И Света. Все, у тебя 2 минуты, дальше ты перелазишь обратно. Раз, два. Да ё-моё. Когда понимаешь, что страховано. Ладно. По скобам также без страховки. Так что лучше прыгай. Да по скобам не страшно. Ай. Раз. Два. Силовых линий он кричал. Ребят, вот вы бы сюда залезли, я бы посмотрела на вас! А ну не орите на меня! Вот стойте там и смотрите! Не заметили, что молодцы. Можно я тебя... Раз, два... Окей? Нет, сейчас. Я сейчас твою голову толкну. Я, наверное, сама долгая, да? Да нет. Пока да. 3 минуты уже. Подожди, сейчас я еще. Ладно, заново сними. Не, минуту. Все уже? У тебя еще минута и все. Да прыгну я. Главное не понимать, что будет. Прыгнула. Да, я тоже хочу прыгнуть. А до туалета нету, да? Если только вон, вниз, да. С струйкой. Да, я вот что-нибудь. Можешь с другой стороны, да, посидеть? Пластом, то есть я должна вот так вот, да, полететь? Да, так. Если ты прям вообще боишься, то прыгай в группировке. Но меня ведь перекрутит. Да хоть как перекрутит. Представляешь, что на турник прыгаешь, тебя не так спасем. Представляешь, что водить его прыгает. Алло? Бомбочка! Тут мягко, то вот вообще мягко. Без разницы, хоть тебя перевернет, просто будет... Твои кости не сломают это, ничего? Да. Не, там точно ничего нет? Да не, если бы вот это было обычно без протектора, так бы да. Не скажу даже. На камышовый перевод с автономной резинкой. Они там всем одинаковые? Это не резинка, это веревка. Динамическая обычно. Налево по стрёмной, по автономной проехался, да. Потом направо свернул, да? Тем более сегодня мягкие будут. Раз. Вот. А тебе нужно проехать 20 метров и направо. Три. Ага. Да я уже посмотрела достаточно. Когда понимаешь, что с тобой будет, нет. А так не страшно. Сверху, да?